Всем доброго времени суток, с вами Алисон Роуз. Сегодня пробуем игрушку под названием Landlord of the Woods. Мы уже играли в игру от этого разработчика, где мы по частям собирали своего парня. Это первая игра от того же разработчика. Вот, я хочу ее просто сегодня посмотреть, она чисто на один ролик, ну знаете, так, просто расслабиться. А то у нас реально очень много с вами хорроров на канале, действительно, хочется их периодически чем-то, знаете, релаксовым разбавлять. Я вообще очень люблю вот такие вот небольшие игры, которые, в принципе, не несут себе никакой смысловой нагрузки, и ты просто, понимаешь, расслабляешься. Так, тебе 25 лет. Ты чувствуешь, как будто живешь каждый день так же, как предыдущий. И ты задаешься вопросом. И это вся жизнь? Так, а что депрессулька пошла вообще? Насчет расслабиться я что-то преувеличила, ребят. Ой, я этим вопросом каждый день задаюсь. Так, ты делаешь каждый день одну и ту же... делаешь одни и те же вещи каждый день. Делаю, да. А что я должна сделать? Собрать его, да? Вот так. Ну, вообще, похоже на правду. Вот кто чувствует себя таким же запертым? На самом деле, надо реально, ребят, вот есть... Я видел такие ролики в ТикТоке, где говорится, вот, очень сильно раздражает, когда на свидании задают вопрос, какие у тебя хобби? Не сказать, чтобы меня прямо, ну, раздражал этот вопрос, но это нормально не иметь хобби, но мне кажется, какое-то увлечение быть должны, иначе ты с ума сойдешь. Ты ешь одну и ту же еду, каждый день во время обеденного перерыва. Типа потихоньку таким образом я съедаю сердце свое. Вообще, между прочим, да, если вам жизнь кажется, знаете, однообразной, то неплохо вносить в нее, скажем так, определенные изменения. Менять маршруты, по которым вы добираетесь до работы, до школы, допустим. То есть, я не знаю, выбрать маршрут подольше, но просто другой для того, чтобы немножко подпитать себя. Потому что иначе ваш мозг замирает маленько. То есть, даже если вы ходите по одной и той же дороге, это в какой-то момент приводит к тому, что действительно мозг расслабляется. Какой смысл? Вы уже эту дорогу 100 раз видели, поэтому неплохо, да? Там по другой стороне улицы банально пройти, я не знаю, по метро вы едете, поехать по другой ветке какой-то. Ну, вы понимаете, о чем я. Легкие вот эти вот изменения. Или вы, допустим, с утра привыкли сразу встаете, не знаю, пьете чай. А вы берите и, не знаю, поменяйте между собой там чай и душ, например. Так, раз. И это все равно дает потихоньку. То есть быстрого результата, конечно, не будет, но все-таки. Вот, вы следуете по тому же пути до своей квартиры. Вот, понимаете, о чем я говорю? Да-да-да-да-да-да-да. Это то, о чем я и говорю. Ваш мозг в какой-то момент к этому просто привыкает. Так, я должна, видимо, что-то соединить здесь, но я, к сожалению, не понимаю, что именно. Ты хочешь, чтобы я собрала? Внутрь надо эти фигурки поставить. Все, я поняла. Действительно, очень важно. Действительно, очень важно постоянно свой мозг подпитывать чем-то. Иначе, правда, с ума так потихоньку сойдете. Это реально будет нехорошо. Так, ну хорошо, давайте попробуем собрать. Кстати, это правда помогает, как ни странно. Конечно, если у вас уже какая-нибудь депрессия, то вряд ли, но я имею в виду, если у вас еще ее нет, то неплохо бы, конечно, да, заняться этим. Да хотя даже при депрессии, в принципе, просто какие-то небольшие действия менять в течение дня. Это, правда, облегчает. И потом... ты сидишь за компьютером по 4 часа перед сном. Господи, у меня начинается депрессия от этой игры уже. Ты спускаешь свою жизнь в унитаз? Возможно. Здорово! Спасибо. Сегодня ты станешь лендлордом каких-то лесов. Лордом каких-то лесов. Что? Первый вопрос. Что ты ценишь больше всего? Какой интересный вопрос. Баночку с зубами. Потрясающе. Суп. Или
бутылочку с хаосом. Бутылочку с хаосом, наверное. Я не знаю, к чему этот вопрос. Что значит ценишь? Так, твое любимое хобби. Жаловаться на все, на существование... я не знаю, что это, видимо, пчел разводить и что-то еще. Жаловаться на существование, почему бы и нет? Я просто не знаю, здесь нет ответа на мой вопрос. Ты что? Меланхолия? Не, вообще нет. Меланхолия не особо мое. Загружают фотографию какой-то фазы. А, профиль я могу создать. Я как... То есть я пришла после работы, села за компьютер поиграть в какую-то игру, правильно? Так, пускай у меня будет корона. Белая худи. И... Вот так, допустим. Фото загрузили. Я пока не понимаю. Ну, у этой игры наверняка есть какой-то глубинный смысл. Спасибо за ваш интерес. В том, чтобы стать новым... Я не знаю, что это. Вы получите скоро письмо. Что еще раз с результатами? Скоро, да, все. Я написала куда-то, как будто какое-то письмо, чтобы изменить свою жизнь, видимо. Я не поняла, что это было. Так, откуда у меня... А почему у меня здесь голова отваленная лежит? Это нормально? О, я ее собрала просто на всякий случай. Чай. А, это кофе. Окей, кофе. Я не вижу без... Без чего-то. Чего-то не видишь ты. Без очков, значит. Ой, это что такое? Ядрикова. Это рот. Ага. Я закидала кофе, и сразу камни образовались в желудке. Ну, прекрасно. Реалистично. Ой, кстати, я тут недавно начала задумываться о том, что у нас в организме с вами вообще-то образовываются камни, вы знали? И они могут быть везде. Желчные там камни, еще что-то. Уж не знаю, от чего они, конечно, образовываются. То есть я должна чего-то добиться? Мне... Или я должна получить какое-то письмо, чтобы стать, я не знаю, лендлорд? Ну, лорд, повелитель, может, какого-то леса волшебного. Что бы это ни означало, на самом деле. А, и вот, то есть мы выпили кофе, съели голову и выплюнули кость. Ну, что бы это ни значило. Хорошо, ставим кость. А, и все равно ты ничего не видишь, ну, конечно. Давайте проверять, значит, тут все кликабельное, так? Хорошо. Я потерял ключ. От входной двери, хочешь сказать? Ну, это печально, если ты потерял... Ключ от входной двери. Это грустно. А вот очки-то твои. Вот, хорошо. Ключ. А что, поискать было его нельзя? Да нет, зачем, конечно. Лучше сказать, что я все потерял, ничего не знаю, ясно? Открываем. Ой, это выход на улицу. Подожди, это еще, наверное, рано. Это еще, наверное, подожди. Так, ну-ка, очки. О! Смотри-ка, это задача на сегодня. Поглотить завтрак. Организовать жуков. Ага, организовать. Исправить очки, пойди проверить почту. Что? Какие жуки? Ох, мама родная. Так, это что такое? Какая-то стрёмная картина. Ей что-то в руку надо положить, но у меня нет ничего пока. Хорошо, так. Я должна подставить все. Ну вот, пожалуйста. Каких жуков я должна подставить? Я не знаю. О, ты мне карандаш дал. Спасибо. Так, время приниматься за работу. Что? Какая-то грустная мысль в дневнике. Ясно. Кстати, кто-то в комментариях писал, говорит, вот Ксюша так хорошо знает английский. Ксюша не очень хорошо знает английский. Так. А что твой одет-то так интересно? А, их надо было нажать в правильном порядке, я поняла. Здесь что-то нужно сделать, смотри. Здесь нужно, видимо, что-то прорастить. Видимо, нажать нужно по очереди. Вот тут, видите, я по точкам ориентируюсь. Раз, два, три, вот, видишь?
по размерам. Вот, отлично для моей коллекции жучков. Все, типа, погуляла и домой, ясно. А, нет. Господи, что происходит? Что тут у меня? Значит, разобрать коллекцию жуков. Но это я видела, точно. Мне это надо было сделать. Так, ну такая, знаешь, игрушка, да. Вот жучок. Да. Блин, ну не знаю, насчет собирать жуков, честно говоря, это не совсем по мне, так как-то меня это немножко беспокоит. Так, мне нужно что-то, видимо, я не знаю, может, что-то надо будет поставить, пока у меня, конечно, ничего нет. Здесь... А, мне нужно достать. Ой, я починила часы, что ли? Хорошо. Что бы это, друзья, не значило. А здесь непонятно. Я должна по точкам попасть, возможно. Вот по этим, по синим. Такой смысл? Кто вообще... У меня вопрос. Кто вообще вот так организует свое рабочее место? Что это должно значить? Ну, я бы не сказала, что у этого человека скучная жизнь, честно говоря. Пока скучно не выглядит. Пока очень много всякой непонятной ерунды происходит. О, нас выбрали! Для того, чтобы мы стали новым лордом лесу. Так, приходите в леса и получите какую-то тренировку. Супер. Хорошо, ну то есть, ясно, давайте, давайте. Что бы это ни значило, возможно... О, господи, я подумала, это какой-то розовый слон идет. Думаю, что происходит? Только не это. Так. Может, это новая должность у нас теперь такая? О, зубы. Кстати, в этой игре и в тот раз были зубы. Такая интересная стилистика, ничего не скажешь. О, хорошо. Что вы тут делаете? О, это из заставки прям. Добро пожаловать. Вы должно быть новый... Да все, я должна загуглить это слово, потому что я не могу. Так иначе не понятно, что имеется в виду. Новый владелец. Новый владелец лесов. Вот, вы новый владелец. Ваша главная задача собирать... ренту, ну, то есть арендную, видимо, плату со всех жителей лесов. Вот ваш специальный блокнот для записи. Хорошо, на каждой странице написано, что они должны мне дать. Хорошо, я поняла. Посмотрите в угол, чтобы перевернуть. Вот, вот так выглядит персонажи, это то, что я должна у них получить. Мы поняли, хорошо. Пойдемте в лес, пойдемте. Значит, привет, у тебя мне нужно получить... Здравствуйте, новый владелец! Добро пожаловать на край абсурда! Что там, где там... Вот, у тебя нужно получить вилку. Получаем вилку. Перышко. А перышко какое, подожди? Вот такое, наверное. Перышко получили. Грибочек мне нужен. Спасибо. А, это пускай тарелка. А что, у тебя еще что-то разве есть? Так, чувачок, а я не все у тебя собрала, ты в курсе? Мне еще нужна пуговица и грибочек. Так, мне нужен еще и грибочек. Что тут? Это замешать надо? Или все посадить надо в эту? Вот. А, он... Все, понятно. Парень только что мне просто сказал, что он мне все отдаст, когда я его покормлю. Он голоден. На. Ты ж кушать хочешь? Мне показалось, по крайней мере. Но у меня такого в задании-то нет нифига. Конечно, нет. Слушайте, а где ваша дань? Я плачу, говорит, свою ренту исправно. Интересно. Ладно, давайте... Вот, пуговица-то! Хорошо. Птичка, а чем вы заняты? Вы ничем не заняты. Так, что это такое? Это на тебя все насело? Хочешь, помогу? Я не понимаю, чем я тебе помогаю.
Хочешь овощей? Не хочешь? А, она плюнула в итоге. Змея. А, у нее там кость есть. О, кстати, грибок я могу посмотреть, какой мне нужен. Вот он! Я вижу гриб, который мне нужен. Вот этот. Так, ну так это все. Смотри, раз, два. А! Есть! Прекрасно. Боже, я обдираю... Я не хочу обдирать никакую бедную несчастную змейку. Кто? Это что-то... Что-то неприятное такое. Ножницы еще какие-то нужны. Так, ну, видимо, это все, да? Зашибись. А зачем птица мертвую тогда держала рядом с собой эту змею? Кто-то объяснит? Смотри, а если я тебе сюда положу мышь? Он сказал, что он этот кушать вроде хотел. Подходит призраку. Ну, этот, видимо, еда подходит призраку. А, и вот тебе суп. Ну все, я... Подходит призраку. А как мы знаем, что подходит призраку, а что нет, простите? Спасибо, увидимся на следующей неделе. А, то есть я забочусь о них и собираю плату. Смотри, видишь, я сначала позаботила, то есть я собрала с него дань и за это дала им покушать. Следующий парень. Да, вот с него надо еще собрать. Ух ты, еще какое-то варево-жарево. Ой, я забираю с человека стейки. По-моему, это великолепно, как считаете? Здрасте, дружище. Что у вас тут интересного? Я тут вам, видимо, суп готовлю. Я что, местный повар? Возможно. Я не знаю, я не буду спорить. Может, я реально местный повар-то. Что тут? Ой! Не видел нового владельца годами. Что надо-то от тебя, я смотрю. Ножницы, зуб. О, зуб. Зуб, ножницы. Хорошо, так. Зуб, ножницы, кристалл. Так, зуб берем. Почему я потрошу каких-то животных? Я тут реально не понимаю этого. Так, я должна, видимо, собрать так, чтобы цвета совпадали. Окей, но это я загадку могу решить. Это уж не настолько сложно. Возможно. Сейчас разберемся, ребят. Че мы никуда не торопимся. Мы потихонечку... А, кстати, что здесь? Консерва с пальцами. Ну, приятного нам всем аппетита. И кость взяла. Почему бы и нет? Господи. Ладно, значит, я должна просто собрать цвета, чтобы соединялись. Это логично. Но это если я правильно логику уловила. Нужно, чтобы цвета соединялись. Но здесь вот, видишь, либо это, либо то подходит. Но желтый я так вот не соединю цвет здесь. То есть как будто бы только это подходит. Пожи! А, ну вот же! Ну все? Все правильно? Может открыть? Может... Я же правильно собрала цвета, правильно? Посмотри, ну вот, соединяются. Синий с синим, да-да-да-да-да. Ну. Почему-то непонятно, друзья. Как будто что-то не так собрала. Ну вот же все правильно. Я собрала опять точно так же. Не понимаю я. Ой, какое-то соглашение, кажется. Ух ты, что у вас? Вот, это, кстати, мне надо. Давайте, кстати, сразу соберем вещи, которые у нас уже есть. И нам нужен кристалл. Но он наверняка в этой... О, это еще не все, подожди. Так, наверняка где-то здесь будет храниться. Что тут? Тут просто собрать надо было, да? Я должен... Что еще раз, когда я подписал договор, там было сказано, что я должен декорировать в каком-то особенном стиле деревья. А, когда деревья будут выглядеть так, как указано в этом рисунке, тогда и мы станем друзьями. Ну, то есть, вот, сердце, палец. Ну, почти, да, смотри, все, у нас вот не хватает только вот этой вот странной детали. Господи, я потратила на это 10 минут, чтобы понять, что это просто был баг. Я уже не первый раз вот эту фигню собираю, и мне пришлось начать этот кусок заново. Извините, но это не моя вина, она реально не открывалась.
Это реально багулечка, прикинь. То есть все должно было сработать изначально, как я и планировала. Но, видишь, все пошло не по плану. Ну ладно уже. Ну уже, как бы, знаешь, уже не страшно. Ничего, ну бывает. Ну бывает. Все, сейчас мы поможем ему, пожалуйста, со всем, что ему там надо. Ой, дружок, ну, конечно, с тобой сложно было, ну, правда. Ну, что ты мне все мозги повскрывал? Я уже думала, что, в чем дело вообще может быть. Я уже подумала, может, я какую-то логику этой загадки не улавливаю, но она должна быть довольно простая. Почему же она не срабатывает? Ну, ты сам все, как говорится, прекрасно видел. Так, ладно, подожди. Мы, конечно, все собрали. Давайте соберем все детали, которые ему нужны. Значит, смотри, сердце. Ёлки. Вот это... Нет, это не надо вешать. Назад. Я что, не взяла? Я же только что это открыла и не взяла, представляешь? Подожди. Сейчас мы твое дерево сильное, мощное украсим. Подожди, дружок. Палец не взяла, это не взяла. Все. Теперь смотрим, как там все расположено на дереве и развешиваем еще раз по новой. А я думаю, все уже, крыша едет. Так. Сердце, палец, тра-та-та, кость. Сердце, палец, тра-та-та, кость. Хорошо. Сердце, палец. Сердце, палец, кость последняя. Хорошо. Давай быстрее. Так. Давай. Сердце, палец, кость. Опа, отлично, следующий. Но мы могли ему и не помогать, мы могли просто пройти дальше. Ну и еще один житель. Привет, новый человек. Ого. Ой, а что происходит-то? И тебя собрать по частям надо? Все стало маленькими кубиками. Блин, это игра прям вызывает вот это, знаете, satisfaction. Прям невозможно. Это удовлетворение. Тебе так по приколу это все делать. Ты не понимаешь, что ты делаешь и зачем вообще. Но это и не имеет значения. Оп. Легкие берем. Все берем. Все, что тут есть. Я просто плыву по течению в этой игре, понимаешь? Ага, так. Ох, ежики пушистые. Ну, тут, конечно, прикольно. Блин, я, кстати, видела... Ой, мне все время так хотелось нормальную игру, которая будет похожа на вот такую вот «Собери». А они вот эти, знаете, ну, на телефоне, где нужно из кучи маленьких деталей, да, собрать какой-то рисунок. Ну, вот один в один, как мы сейчас делаем. Но все эти игры обычно вот эти вот... бесплатные вот эти штуки, которые рассчитаны, ну, это реклама, вот видишь, спаси принцессу, вот такие вот все эти игры, это такой отстой! Ну что, мы кушаем из чего-то черепа? Очень интересно. Вот, и все эти игры не те, что мне бы хотелось, понимаешь? Мне так хотелось бы, чтобы это была настоящая игра, просто хорошая такая вот головоломка. Если вы такую знаете, какую-нибудь в Стиме, может быть, напишите, потому что вот эти бесплатные игры на телефоне, где 500 тысяч рекламы, и все эти игры сделаны исключительно с целью, чтобы ты повелся на рекламу, скачал и просто без конца смотрел рекламу. А, мы это не едим, ну, слава богу. Я уж думала, мы это кушаем. Так, господи. Я точно должна? Оно вылетает. Что там? Что-то неприготовленное. Хорошо. А куда мы... А что мы... Ой, у тебя там что-то было. Вот это что у тебя здесь? Легкие. Квадратик. Бутылочка. Что сюда надо поставить, я пока не знаю. То есть я тебя больше собрать пока не могу. Отдельно голову выбрать нельзя? А что я должна была получить с него? Может, я ерундой сейчас занимаюсь? А, ну вот, конечно. Еще какой-то сосуд надо получить. А что сосуд? А, может, его покормить надо? Тебя покормить? Тебя будешь кушать? Нет? Не голодный? Ну вот дверь. А, приготовить можно! Часики.
Хорошо. Оп. Мне нужно перегнать все шарики вверх, очевидно. Это я могу. Что бы это ни значило. Ну, возможно, я, конечно, не знаю. Может, я что-то не так делаю. Хорошо, ну вот, вы все внизу. А, все, так и надо было. Понятно, перегнать их надо было. Хорошо. Заколачиваем. Вспомнила игру. Помните, мы с вами проходили, где мы радио собирали? А, это мозги. А, вареные мозги. Ну, какая прелесть-то. Так, что, братишка, я тебе мозги принесла вареные? Ну, пожалуйста. Вкусно будет, наверное. Спасибо большое! Буду следить внимательно за органами на этой неделе. Да, уж как-то аккуратнее, а то они, ну, развалились все. Ах, я не все собрала. Блин! Ой, наконец-то новый владелец. А как вернуться? А вернуться уже нельзя? Етишкин пистолет, ну это же случайно вышло. Блин. Да, новый владелец. Так, что у тебя там в коробке имеется? Что бы это ни значило. Надо как-то вроде все их выкинуть. Наверное. Ну да, чтобы все эти... мы что-то подобное уже делали. Такая какая-то загадка уже была. Раньше. Ага. И нужно все эти, чтобы кусочки попадали, в общем-то, в этот. По дыркам. Не знаю, к чему это ведет все, но, в общем, вы поняли. Мы такое делали, правда, да, в прошлой игре-то. Я помню прям. Ядреть! Опять не то! Блин, эта игра должна раздражать, но вот эта загадка что-то не... Ой, игра должна раздражать. Расслаблять, господи, расслаблять! Не слушайте меня, это я что-то вообще не то уже говорю. Игра должна, говорит, раздражать. Ксюш, ну ты фантастика просто. Так, все в эту дырочку должно попасть. Хорошо. Хорошо, так. Бубац. Нет, все неправильно. Верни, как было. А, почти. Последняя осталась. Сейчас мы ее остановим. Подожди. Оп, я не знаю, что происходит. Ключик! Мне нужен ключик. Исключить. Только ключик нужен. Отлично, все. Есть, хорошо. Кость, кость, это все есть. Моль, моль. Закрыто, открыто. Я закончил. Не, я не закончил. Почему? Так, так. Что бы это ни было, мне это нравится. А, можно собрать свою идеальную спальню, короче. Не хочу ничего слышать про свои дизайнерские способности. Я не уверена, надо расставить все или это не нужно делать. Ничего не хочу слушать про свои способности, понятно? Я закончила. Взяла конфетку. А, так это просто по приколу. Блин, мне нравится. Видишь, можно свои картины там повесить. Ну, это вот, понимаешь, для любителей. Я вот как раз-таки раньше думала, что было бы очень-очень здорово когда-нибудь, знаешь, придумать свой домик. Помните, я мини-домики клеила? Свой мини-домик, где можно все на магнитиках прикрепить. Ты хочешь сказать, я ничего пока не взяла? О, с полезного, ясно. Тебе дать что-нибудь? А вот у тебя украшение. Конфетку будешь? Нет, я должна что-то получить. Отсюда. Я от него ничего... А! Все, это ж другой парень. Я думаю, что такое? Ни одной нету. Думаю, как это может быть-то? Фу, я испугалась. Мы собрали, да, 4 из 4. Приветики. Чего ждешь? Это ты мне должен. Я надеюсь, тебе нравится в лесах.
Наверное. Хорошо, что-то мы взяли. Ясно, дальше. Вроде нравится. В общем, ненормальность этого леса со временем становится очаровательной, друзья. Я даже не сомневаюсь. Так, мешочек взяли. Птичка. Ой, опять птичка. Грязная, отлично, люблю. Грязная игла, то, что надо. Так, давайте на следующего пока собирать коллекцию нашу. Так, жаль, что там я немножко... Ну, ладно уже. Так, какое-то кольцо надо еще получить. А что за кольцо-то? Где-то его взять, наверное, надо. Что тут? Так, тут лежит какой-то правильный порядок, видимо, чего-то. Если бы еще знать, что это значит. А вот микстурки какие-то. Что? Подожди. Что? Сначала такой, такой, такой. А что это должно значить, прости, вот эти фигурки? Зеленый треугольник. Сначала зеленый. Потом треугольник высыпать. Ну, там сказано так было. Потом вот желтенькую высыпать. Ну, если порядок, конечно, имеет какое-то значение. Все, заварила волшебный каменный чай. Прекрасное решение для уборки. Блин, до меня только дошло. Здесь написано идеальное решение для очищения. А у меня грязная игла в инвентаре. Может, поэтому я не могу зашить-то птицу обратно? Ну, конечно, грязная же игла. Ёлки-палки. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Оп. А, вручную, да? Птичка. А, у него точнее, подожди, он, скорее всего, сказал, что без песни птички, понимаешь, без отсутствия вот этой песни, у него все в лесу плохо. Надо птицу, говоришь, как бы сшей, типа, ее, и вот будет все нормально. Или без вида птицы у него не все нормально. Да я откуда знаю, блин, шизики живут в этом лесу. Чего меня это... Все, пожалуйста. Я вот тебе помогла. Что ты скажешь теперь? Ах, песня! Это песня для моих ушей. Спасибо. Пожалуйста. Можешь не спрашивать. Мы собрали. Мы молодцы, я знаю. Вы закончили на сегодня? Потрясающе. Вы собрали... А, 19. Ну, это я случайно, на самом деле. Вы идете в город абсолютно довольными своим первым днем. Впервые за много дней. За много лет. Вы чувствуете себя... Очень странно чувствовать себя так. Потому что день... Идет в слабое сравнение с... днями, которые дальше последуют. Но может, жизнь не просто одно большое неожиданное событие. Может, небольшие моменты и делают нашу жизнь такой, которой она есть. Вы подготовили, в общем, какие-то другие аспекты, чтобы отвлечься от смерти. Потом я увидела, что ужин какой-то планируется со всеми членами, точнее, жителями этого леса. Но тебя никто не пригласил, поэтому ты идешь мимо. О, меня не пригласили, но они меня еще не знают. А почему меня не пригласили? Может, я не всем помогла, потому что... Я фигово сыграла в эту игру, да? Наверное, ж каждому надо было помочь, а я не всем помогла. Секунду! Меня пригласили! Вернись! Меня пригласили! О, боже! Поужинай с нами! Ребят, сейчас заплачу, ей-богу. Спасибо. Что это? Рецепт. Яблочко, зуб, гриб. Ага. Ну вот яблочко, да? Зубы. Может, я просто все испортила? Так, смотри. Яблочко, зубы. Ну давай по очереди. Грибочек, луна. Хорошо.
грибочек, луна. Бляха, все равно кусок вылетел. Но это не моя проблема, кристаллик. Вот теперь все правильно по рецепту. И вот остаток рецепта, чтобы узнать, чем все должно закончиться. Так, немножечко любви. Всегда все рецепты такие. О, сердце! Мое сердце? Чуваки! Не надо! Не надо! Я и вас помогла! Не надо! Вы... Не надо! О май гад! Мое сердце! Не надо! Почему? Конец. Нет! Вы видели? В смысле? Мое сердце! Меня убили! Офигеть! За что? Я что, плохой владелец был? Вот потому у вас и нет владельца в этом лесу. Потому что вы их убиваете каждый раз. Стыд какой, должна проверить. Это что, единственная концовка? А почему она такая грустная? А другой концовки-то просто нет. Помогай после этого людям, я... Ну это ладно, это не люди, конечно, но что это такое? Я... В игре такая задумка была. Вот ты живешь скучной жизнью, делаешь одно и то же, ешь одно и то же. Все день за днем повторяется. Вот ты наконец пишешь заявку, чтобы стать новым хозяином леса. Приходишь, помогаешь жителям этого леса. Думаешь, боже, наконец твоя жизнь наполнилась смыслом. Возможно, не все так плохо. И на самом деле маленькие моменты и наполняют твою жизнь смыслом и радостью. Помогаешь этим придуркам, собираешь с них плату, они зовут тебя на ужин и вырезают твое сердце. Это пипец, это самый неожиданный плод-твист вообще из всех, что было у меня в последнее... То, что, точнее, что я видела в играх. Офигеть. Я в шоках, товарищ. Пишите в комментариях, что думаете про этот беспрецедентный прецедент. Это просто... Это с ума сойти. Отдельное спасибо спонсорам канала, тем, кто оформляет подписочку на Boosty. Мы с вами, ребята, увидимся в других роликах. И всем пока.